евро и к мексиканскому песо, я думаю, вскоре мы увидим привязку к ко всем основным мировым валютам. Ну и чтобы лучше понять, как это работает, надо поговорить немножко про виды стейблкоинов, и их всего существует три. И отличаются они лишь потому, как и каким образом держится привязка один к одному к базовому активу. Первая категория стейблкоинов — это стейблы с обеспечением в реальных активах или деньгах, такие как USDT, USDC и BUSD. Второй вид — это с обеспечением в криптовалюте, тут яркий пример DAI. И третий вид — это алгоритмические стейблкоины. Сразу скажу, про этот класс мы не будем говорить, потому что на сегодняшний день не существует успешных примеров. Из последних неуспешных мы помним Terra Luna UST. К сожалению, на сегодняшний день мы все знаем печальную участь этого стейблкоина. Поэтому теперь давай поподробнее о первой категории, то есть с обеспечением в реальных активах или деньгах. Сюда относятся, как я уже сказал, USDT, USDC и BUSD. И работают они следующим образом. Есть компания-эмитент. Для USDT это Tether, для USDC это Circle, для BUSD это компания Binance. Так вот, эти компании отвечают за создание этих монет, за их сжигание, то есть уничтожение, и имеют полный контроль над эмиссией стейблкоинов на блокчейне. А стоимость этих монет равна 1 к 1 к доллару США лишь потому, что эти компании держат у себя на балансах какие-либо активы или валюты в таком же объеме, как и количество выпущенных ими монет на блокчейне. Благодаря чему держатели монет в любой момент могут прийти к компанию-эмитент и запросить у них обмен их стейблкоинов на реальную валюту, то есть на доллар США. Этот механизм создает привязку стоимости стейблкоина 1 к 1 к доллару США. По сути, на вере людей в то, что у компании всегда есть деньги на то, чтобы выплатить держателям стейблкоинов реальный кэш. В свою же очередь, компания-эмитент тоже должна... Мне нужна водичка, срочно. В свою же очередь, компания-эмитент стейблкоинов зарабатывают на этом огромные деньги, просто инвестируя часть денег, которые лежат у них на балансах, в какие-то активы, например, в облигации, чего и имеет профит. И пусть доходность по облигациям не такая уж и большая. Не фьючерсной торговли на 500 USDT и выиграете до 300 USDT. Далее у нас подписка на продукты, Fixed Saving больше 1000 USDT на текущей неделе, здесь вознаграждение до 200 USDT. И открыть загадочную коробку. По каждой из этих активностей можно кликнуть вот по этой зеленой кнопке и прочитать более подробно, а также важно следить за периодом времени проведения данной акции. Также мне хочется рассказать про активность, которая связана с P2P и дает возможность также заработать дополнительные USDT. Совсем недавно были добавлены рубли в раздел P2P, и по этому случаю запущена акция, которая называется Fiesta по случаю запуску рублей. Давайте кликнем по ней и посмотрим, какие условия необходимо выполнить для получения бонуса. Сразу видим, что до конца акции осталось 4 дня 3 часа на момент записи данного видео 2 августа 2024 года. И здесь есть две компании, компания А и компания Б. Первая компания говорит нам о том, что в период проведения акции необходимо опубликовать хотя бы одно объявление и выполнить не менее 20 заявок на продажу USDT общей суммой не менее 500 долларов. И тогда вы получите вознаграждение в размере 50 USDT. Вознаграждение могут получить только первые 10 торговцев в порядке живой очереди. И под звездочкой приписано, что для участия в этой акции необходимо заполнить регистрационную форму вот по данной ссылочке. И компания B в период проведения акции совершите первый заказ на покупку не менее 10 USDT и получите бонус в размере 5 USDT. Также под звездочкой перед началом торговли проверьте, прошел ли ваш счет в Bitmart верификацию QS2. Также ознакомьтесь вот здесь более подробно с условиями и обязательно прочитайте предупреждение о риске. Теперь давайте я более подробно покажу, как можно поучаствовать в данной активности на примере компании А. Для этого должен быть пройден KYC 2. Условия довольно простые. За каждые 50 долларов депозита вы получите один билет. Наторговав объем в 4 раза больше депозита, вы активируете этот билет. И 29 апреля команда Pocket Option проведет финальный розыгрыш, на котором и определятся победители. Чем больше у вас активированных билетов, тем больше шанс. Среди призов есть крутые авто, это Tesla Cybertruck, Porsche Macan, денежные призы до 1 BTC, новенькая техника Apple и много чего еще. И это лишь главные призы. Помимо них можно получить до 1000 долларов на баланс Pocket Option, безрисковую сделку до 100 долларов или бонус депозиту до 100%. Суммарно таких призов будет разыграно 25 тысяч, так что шанс крайне велик.
Все подробности акции вы сможете узнать в телеграм-канале Pocket Option, ссылку на который я оставлю в описании. Так что переходите и участвуйте в акции, чтобы урвать часть из призового фонда в 1 миллион долларов. А мы возвращаемся к основной теме видео и переходим к новым выгодным акциям от Bitmart. Во-первых, новая система комиссий. Несколько месяцев назад команда Bitmart представила новую систему торговых сборов, где все активы делятся на три класса – A, B и C, с наиболее низкими комиссиями у класса A и самыми высокими у класса C. И стандартная комиссия для класса